Меня зовут Хазрят, я покажу номер с кубиками Рубика. Я уверен, что такого шоу вы еще не видели. Привет, Туркестан! Здравствуйте! Приветствую всех! Очень рад вас видеть! Я Хазрят, мне 24 года. Представляю Баку, Азербайджан. Всех приветствую! Прекрасный Туркестан! В детстве у меня были проблемы с памятью, и я искал решение. Я был очень замкнутым, мало общался с людьми. Но моя жизнь изменилась после знакомства с кубиками Рубика. Спустя несколько лет я заметил, что у меня улучшилась память. Мозг стал работать быстрее, кубики повлияли на координацию рук и глаз. Все это изменило мою жизнь в лучшую сторону. После того, как осознал пользу кубиков, я стараюсь научить этому других. У меня есть более 400 учеников, которых я научил собирать кубики Рубика. Я провел немало мастер-классов, практик и встреч. Честно говоря, в самом начале родители и окружающие не поддерживали меня. Но их мнение изменилось, когда они начали замечать позитивные изменения в моей жизни. Перемешайте, как вам хочется. Надеюсь, он не попросит обратно поставить. Давай, Лейла. Я не смогу. Все. Пожалуйста. А вот это держите и не открывайте до конца выступления. Хорошо. Все, я готов. Хазрят, у вас такие ассистенты? Да, я очень рад этому. Если хотите, можете проверить, вижу я или нет. Давайте я в последний раз проверю кубики. Спроси, Лейла, дышать может? Я проверяю. Мы можем начать. Честно. Really do wanna be crashing into your shore, wrapping all around you, sinking to the ground floor, ocean deep. Wanna be here at your door, 12 a.m. and sleeping on your porch until you get in. Looking into wow. your life, endlessly falling into your life, desperately sitting in your feet, soaking in all your energy, sifting through my front teeth. Do me, call me, calling on and on.
Прочитайте, что здесь написано. А я могу прочитать? Да, можно? Я подарю вам его. Это мой подарок. Маленькие эпизоды, происходящие в нашей жизни, а также вещи могут кардинально изменить нашу жизнь. Я надеюсь, что этот маленький подарок изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Вот этот бесспорный талант, тем более с таким бэкграундом, с таким месседжем, с таким посылом. Это то, что мы ищем в нашем шоу. Это просто бриллиант. Аплодисменты подряд Умерзаеву. Я вам скажу, что вы меня поразили. Ваш талант просто мощная бомба. Спасибо, что пришли. Спасибо. Хазрят, я говорю твоему таланту и тебе. Да! Благодарю! Да! Я скажу да! Я говорю да! Хазрят, у вас 4 да, и вы проходите следующий тур. Благодарю! До свидания! Самое интересное то, что он начал этот кубик Рубика как для реабилитации. Его просто дали, а потом у него уже возросла любовь к этому Рубику и пришла вот к этому. Сегодня покупаем все кубики. Да. Да,